Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и битва гильдий у нас будет, скажем так, нестандартная. Битву гильдий мы будем проходить с новым питомцем. Я, честно говоря, не заморачивался над дефом даже. Все равно там сливаются полным ходом. 75, 53, 87, 75... В общем, такие вот дела. Так, окей, поехали. Сегодня мы будем использовать нового питомца, кролика. Будем бить яичками кролика. Так, давайте немножко я поменяю. Так, это у нас будет один. Также берем Фрею, которую я тоже показывал, которая просто обалденная, так, Ронина. Вот Ронина будем тестировать с новым питомцем. Я его прокачал специально до 31 уровня, 9 скилл поставил. Единственное, сейчас мы поставим, попробуем словить хранителя леса сюда. Так, где там наш огник? На Ронине надо хранителя леса словить, чтобы он отхиливал себя. И на Ронине будем тестировать Синвиза. То есть, я думаю, мне этих героев должно хватить. Три питомца у нас будет. Тестировать будем одного, а остальные будут на подстраховку. Питомец бьет по области, это очень, очень неплохо, бьет по зданиям, по героям, станет. То есть это в любом случае в плане Ронина, вот использование Ронина на битве гильдии, это самый, как бы мне будет, интересный вариант с питомцем, потому что цепь бьет чисто по зданиям, но ничего героям не делает. Вот отлично, четверки, думаю, нам пока хватит для теста. Этот собран, ворожай пусть будет, душика я уберу, поставлю сюда Фрею. Вот так она у нас теперь выглядит. Так, смотрим, Кинди тоже, в принципе, нам тут не особо нужно. Ставим сюда Дрейка на добивочку. Вместо Анубиса поставим седнушку. Седну либо дерево. Давайте дерево затестим. Вот такая вот у нас сборка. Раз, два, три, четыре. Так, и тут пять. Все, есть, поехали. Пятьсот двадцать два. 721, отлично. 630. Поехали, начнем с этого, посмотрим, что же все-таки у нас сейчас будет. Так, Космо, вот 30 уровень, вообще отлично. Стартуем с Фрейки. На Фрейке лучше всего это будет. Так, отлично, забор начали ломать. Правда, не помню, мы там Ронину поменяли, не поменяли. Не, по-моему, моему хранителю леса не поставили. Вылетело. Ну, как-то видите, Ронину ушатали очень быстро. Так, все есть. Теперь поехали обратно. Тайм. Интересная расстановка, забор ломается. Вот смотрите, в принципе, неплохо. Самое главное, чтобы сейчас не сливали, конечно, моего Ронина. Но посмотрите на урон питомца, ребят. Мне кажется, вообще топчик. 29% уже мы набили. 32. Отлично.
Ну, что я могу вам сказать? 52% и реально дамаг очень-очень неплохой. Кулдаун небольшой у питомца. Сейчас посмотрим. Конечно, плюс цепа здесь то, что он только здание дамажит, трогает. Но этот герой, точнее питомец, кажется более универсальный. Единственное, он бьет. Сейчас посмотрим, какой у него приоритет. процента. Ну, минута 30, и он, в принципе, разобрал где-то 80% базы. Осталось ратуша там и пару этих. Так, начинает бить по героям. Так, две башни вижу и ратушу. Сейчас посмотрим. А, еще там есть казарма. Ронина слили. Ну, как видите, теперь не проблема вообще. Есть уже три питомца, которые бьют полностью все. Так, отлично. Первого прошли. В принципе, как видите, даже он со своими 30-ми прорывами, там у него 30-е герои, ничего не смог такого показать. Давайте пробуем здесь. Странно, как-то Ронин всем зданием, всем этим, всем забор разбивает. Сначала, видите, казарму тоже бьет. Там, где юнитов побольше. Блин, реально неплохо. 47% уже. Что-то он переключился на Анубиса. 60. Блин, круто. Мне этот питомец уже нравится. Реально, надо будет его еще потестировать на PvP-локациях. Ну, это просто жесть. То есть, по сути, цепи этот питомец и все, можно не париться. Так, второй есть. Смотрим дальше, что тут у нас 630, следующий на очереди. Так, тут герои стоят кучно, вижу воодушки. Ну, поехали. Если не салют Ронина, то нормально, должно зайти тоже. 30-я Фрея. Зачем накрас? Я вот не понимаю, что он ему дает этот накрас на дефе. Ой, жестко. Посмотрите, ворвались в центр, вообще жесть. 78%, не знаю, вам там видно, не видно. Видно, он 78, просто супер. Интересно, что же будет все-таки дальше, какой следующий питомец. Так, ну Ронина слили, окей, отлично. Выпускаем просто Фрейю и не паримся ни о чем. Что тут стоит добить те здания? Космо нам наоборот помогает. Так вот. Так, смотрим. 522. 450. 557, 556. Ну, значит, две эти гильдии. Такс. Такая же расстановка. Давайте начинаем с Ронина. Ух. Рассадили, не дадут сейчас отхилиться. Не успел. Уже 52%.
Так, ну что, давайте потрешуем, попробуем. Ну, где-то плюс-минус одинаково герои получается у нас сейчас бьют. Все, огника слили. Ну, Фрейю они не сольют, потому что Фрейя тут такая же точно, как и Ронин, полбазы ушатает. Такс, есть. Блин, не знаю, мне нравится питомец. Я бегал Ронином на атаке фортов 30-м прорывом. Он там просто чудил такое, он пачки по 6 героев просто сливал. Смотрителем уходил Винвиз. Ой, Дрейка выпустил случайно. Ну, бывает. Неплох, неплох. Интересно, как он тут сейчас здание сможет. Все здания ушатать. У нас получается еще раз, два, три. Еще башенка рядом. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не отхилился, красавчик. Ну блин, против 20-х прорывов, прорывы 20 плюс. Отлично. Ну тут, в принципе, уже все. Итого 11 290. Вот так вот. Ну не знаю, что я могу сказать по поводу питомца. Плохо, что он донатный, скажем так, потому что он реально для без доната был бы очень топовым. Ну а так, вопросов по питомцу нет. Битва гильдии однозначно. Посмотрим, что он покажет на PvP локациях. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.